Много жертв, это пшеное какое. На ковре Болтуев Александр, в красном трико, спортивный клуб «Арена», уроженец Афинского района, является победителем первенства России среди юношей 2017 года, бронзовый призер первенства Европы 2017 года, чемпион Сибирского федерального округа, участник чемпионата России 2022 года в городе Кызыл. Обладатель золотой медали международного турнира на призы чемпиона мира Бориса Будаева. Также он является серебряным призером первенства России до 23 лет в городе Смоленске. Его соперник Будажапов Неможап, город Улан-Удэ, шор 10. По ковер хочешь? Два. Чистый технический победа взял Балдуев. Выбежал в финал.